Вы только посмотрите, о чем говорит русская община о трудовых мигрантах, которые открывают разные точки для продажи фруктов и овощей, на которых мы выросли с вами. С детства, кушая эти витамины, с нами ничего не случилось, мы стали сильнее. Но никто никогда не болел из-за этих фруктов. Но они постоянно что-то сочиняют. В общем, вот видео. Они нелегально торговали и овощами, и фруктами, не имея при себе ни медицинских книжек, ни сертификатов на товар, ни разрешения на установку торговых точек. Ну просто так. Вы постоянно говорите об опасности овощей и фруктов, которые продают люди из Средней Азии или люди не русской национальности. Вас задевает только нация. Почему вы тогда не ловите бабушек, которые продают разные ягоды и молоко продают? Давайте тогда их тоже задерживайте. Они незаконно сидят, незаконно торгуют. Просто бред. Мы выросли все на этих овощах, на молоке, которое бабуля продает, на ягодах. И вдруг вы решили, что это опасность. Но вы твердите, что это опасность, и смотрите, что сами делаете. В Екатеринбурге члены русской общины и силовики разгромили уличный рынок мигрантов. В это время прохожие разбирали их фрукты. Почему же вы не удосужились остановить этих бабушек и дедушек, а вдруг они отравятся этими фруктами и овощами? Нет, вовсе дело не в овощах. Просто вам не нравится нация людей, то, что эти люди не русские. Все, вас волнует только это. Кстати, братья и сестры, кто работает в России и зарабатывает деньги, работая, отправляет их домой. Отправляйте деньги домой экономично. Знаете, как это сделать? Я вам помогу с этим. Зайдите в описание, там есть ссылка на приложение «Мир привилегий». Скачайте его и отправляйте домой деньги с помощью приложения «Мир привилегий». И каждый раз, когда отправляете домой деньги с помощью «Мир привилегий», пишите промокод АК2. Когда каждый раз отправляете деньги, пишите промокод АК2 и экономьте деньги при отправке. Вам уменьшит процент. Приложение вам уменьшит процент, и когда вы отправляете деньги, процент, который у вас удерживает постоянно, теперь будет меньше. Также вы можете заказать карту «Мир привилегий» и также, пользуясь картой «Мир привилегий», сэкономите в год 45 тысяч рублей. Это замечательно. В описании будет ссылка. Можете зайти и скачать приложение «Мир привилегий» и заказать карту. Всем ассаламу алейкум, с вами Нагы Узбек.